Всем привет! В этот раз мы с вами посмотрим на вот такой интересный жесткий диск от компании Seagate. И этот жесткий диск реально крутой по многим показателям. Вам интересно? Тогда поехали! Начну я с того, что это самый настоящий Iron Wolf для NASA, то есть это реально крутое решение, если вы хотите надежность 24/7. Причем его можно, понятно, использовать как для NAS-систем, так и для персонального компьютера. Ну, если вы готовы за надежность эту самую немного доплатить. Но поверьте мне, оно того стоит. В моем случае это 8 терабайт. Подключение происходит по интерфейсу SATA 6 гигабит в секунду. И реально, это достаточно серьезный показатель. Не буду вас томить, пока буду рассказывать что да как, смотрите на тесты различные. Ну и конечно же скорость вращения шпинделя у нас, если мы говорим про версию на 2 терабайта 5400 оборотов, но в нашем случае 8 терабайт, а это уже 7200. Ну и конечно же вы получаете очень и очень низкий уровень шума. Я сильно удивился, потому что опять-таки заявлено в 2 терабайтах 21 дБ, 8 и далее 28 дБ, но по факту вы его вообще не слышите, если он стоит внутри системного блока, это, ну, фактически бесшумная история. Если подключаете через внешнее подключение какой-нибудь, там, переходничок на USB 3.0, то, естественно, шум небольшой будет, но опять, да, нет даже того момента, что вы ощущаете, вот он сейчас включился, вот он там где-то шумит и так далее. Абсолютно. Шелест падающего листочка ни больше, ни меньше. Реально, очень круто, большие молодцы, вот с точки зрения именно того, насколько все тихо. Прям безумно круто. Кэш-память у нас в случае на 2 терабайта, если будете брать 64 мегабайта, ну а 8 и более, как в моем случае, 256 мегабайт в секунду. По скорости, как вы понимаете, все очень и очень круто. Я был сильно удивлен. Это, по-моему, идеальное решение, если вы хотите хранить огромное количество файлов, вот как в моем случае, связано с видеопродакшеном, с фотографией, с какими-то другими историями, и вы получаете прям максимум удовольствия на выходе. Потому что максимум скорости, максимум возможностей. Вы закинули, перекинули, бам-бам-бам, и все, и у вас вот прям. Да, наверное, это скорость не SSD, но и ценник здесь намного более лояльный, а емкости 8 терабайт все-таки в моем случае, а можно и еще больше, а можно их несколько воткнуть, и получается прям шикарнейшая абсолютно тема. В любом случае, вот подобный жесткий диск не то что имеет право на жизнь, он обязан быть в вашей системе, потому что это и надежно, это емко и по цене очень и очень адекватно. Гарантия у нас дается 3 года, в общем, мне понравилось, ваше мнение пишите в комментариях, шарьте данное видео у себя в социальных сетях, обязательно, возможно, кто-то из ваших друзей сейчас выбирает жесткий диск, и для них это видео будет вполне себе актуальным, ну и, конечно же, что? Правильно, подписочка, кнопочка внизу, нажимаю на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов, и несколько дополнительных видео сейчас перед вами. Получился небольшой обзор, но зато все показали, все рассказали. Это вот реально тема, про которую хотелось вам поведать. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.